у зайца день рождения. Если я подарю ему морковку, он ее съест, и ничего не останется. Если капусту, тоже. А если ромашки? Тили-мили, 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 тили... Привет, ёжик! Привет! Слушай, я целую страну выдумал. Волшебную, необыкновенную. Всю ночь ее выдумывал. Еле-еле выговорил. Тили-мили трямдия. Там все ходят на головах. Тили-мили. А я ромашки собираю. Раз ромашка, два ромашка. Три ромашка. Смотри, песенка получается. Пять ромашка, шесть ромашка. Семь ромашка. Придумал, надо подарить зайцу ромашки. Он их... Погоди. Четвертую надо сорвать. И потом семь ромашка не пой. Пой семь, понял? Не-а. Ну ты поешь. Семь ромашка. Пою. А у нас в Тили-мили-трямди поют. Пять ромашка, шесть ромашка, семь. А зачем? Ладно, давай сначала. И раз ромашка, два ромашка, три ромашка. Пять ромашка, шесть ромашка, семь ромашка. Тьфу ты. Я тебе тысячу раз говорил. Не семь ромашка, а просто семь. А зачем? Что зачем? Зачем, а просто семь? Фу ты, ну чтобы песня была, повтори. Фу ты, ну чтобы песня была, повтори. Давай эту песню подарим за... Погоди, а ты четвертую сорвал? Я? Понятно. Давай еще раз и... Стой! Ты чего там увидел? Я? Ладно, и... Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. А я четвертую сорву. Пять ромашка, шесть ромашка, семь. А я четвертую сорвал. Пять ромашка, шесть ромашка, семь. Восемь, девять, десять. И кто поет? Это я пою. А я думал, это не ты поешь. А ну-ка спой дальше. А я только до десяти петь умею. Тогда... Пой по тили-мили-трямски. А как это? А очень просто. Там ромашка, сям ромашка, трям. Трям, здорово. Трям ромашка, сям ромашка. Ква. Что? Ква. Это не по тили-мили-трямски. Это по лягушачьи. Ну и пусть. Ква. Здорово. Раз квакушка, два квакушка, три квакушка. Стой! Мы же собираем не квакушки, а ромушки, то есть рома. Ну и что? Ну и что? Их же тили-мили-трямцы любят. Кого? Квакушек. Слушай, давай соберем их много-много и поедем в Тили-мили-трямдию. Говорить мы по-ихнему уже умеем. Смотри, какое хорошее слово. Трям. Очень хорошее слово. А что оно означает? Трям. Трям? По тили-мили-трямски означает здравствуйте. Трям, здрасте. А кто пойдет на день рождения к зайцу? Мы пойдем. Вернемся из тили-мили-трямди и сразу к нему. Надо зайца взять с собой. Он никогда не был в этой тили-мили-трямди. Тили-мили-трямди. Ага. Приедем. Трям, здравствуйте. Отдадим ромашки. Нас встретят. Покойно. Спать положат. А утром проснемся и назад. Зай! Ему будет очень приятно. Что ты со своим зайцем привязался? Он лягушек боится. Кто? Заяц? Заяц никого не боится. Без зайца не поеду. Тили-мили-трямдию я выдумал. И... Ты с кем дружишь? Со мной или с зайцем? С тобой и с зайцем. А я дружу с тобой. Понял? А со мной без зайца дружить нельзя. Понял? А я... Ёжик! Медвежонок!
Я вас целый день ищу. Он меня целый день ищет. Забирай своих лягушек. Я пошел. А как же Телемелентия? Без меня. С зайцем. Ой. Ой. Ой-ой. 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 Ой. У меня уже все остыло. Они по облакам бегают. Ой, кто-то падает. Ой-о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 й-
Ура! Спасены! Ура! Заяц, с днем рождения! Вот, ты, заяц, засушили. И зимой у тебя каждый день будет новое солнышко на ножке. А я дарю тебе Тирамили-Трямгию. Это такая страна, я ее выдумал. Там все говорят друг другу «трям», «здравствуйте». И ходит на головах. Ура! Ура!